Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала. С вами Роси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory за Россию на высоком уровне сложности. Спасибо за комментарии и за лайки в прошлом видео. Я виноват, не убирал галочку подсказка, ставил только высокий уровень, а вот галочку не убирал. Ну, сейчас уже убрал, поэтому думаю, теперь подсказок не будет. Просто что-то не обратил внимания за то, что скидывает уровень после загрузки сохранения сложности, я знал, а вот за подсказки что-то не подумал и не увидел просто. Значит, ребят, на чем мы остановились в прошлый раз? Значит, немножко повоевали, немножко по-глупому слили Австрии свои войска. У нас сейчас плохие, кстати, отношения с Австрией и Турцией, но можно попробовать лопануть Францию. А вообще, мне больше интересует Испания. Потому что я хочу себе захватить, точнее, начать производить и рекрутировать их там стрелков. Здесь, значит, здесь, в Польше. Ковальон. Завершаем пока. Если Великобритания победила с моей территории своих козлов. Так, моя каргана построен. Отлично. Моя каргана построен. Прикварно просто. Новый командир ожидает. Ну, есть командир, как бы не подкопается. В принципе. Так, тут что на что? Не помню. Ну, такие битые подбитые, но в принципе еще относительно боеспособные ребята. А, вот, у Британии я купил еще вот эту хрень всякую. Вот это можно построить. Понятно. Ну, блядь, еще и отключил подсказку, теперь блядь, не видно, кого здесь можно рекрутировать. Придятина. Хрен. Ладно. Так, значит. Это все фигня, Сицилия, что ли. Типа развитые такие, не верю. Да, не, вообще. Даже не знаю, в каком веке живет. Да, историческом, наверное. Надо подстраивать их, блин. Надо отстраивать, посмотреть. Что здесь можно сделать? Давайте пройдемся по всем нашим территориям. Польша. Саксония, элитная академия. Нет, ну это пока все не нужно. Батавия, Ганновер. О, Львейская республика, чтобы министерство языкового предприятия устроиться, да? Призывной участок, пускай. Папская область. Ну, давайте, наверное. Не, ни хрена, не буду тратить. Пьемонт, тоже поднимаем с колен Пьемонт. Пускай конюшня будет. Венеция, местные госпитали, лесные. Да вообще ничего толком здесь не стоит. Як. Далее, Ломбардия. Продовольственные склады, вот можно было бы построить. Почему бы нет? Местные госпитали, сопилки, граничный пост. Инфраструктура, каждый труд добавляет. Пускай, сколько оно стоит, наверное, дохрена. Ну да, 6 тысяч. Ладно, завершаем пока ход. Завершаем ход, продолжаем. Я, кстати, не отложил свой план по поводу захвата Британии. Брать нашего главного конкурента, но это, наверное, будет после захвата Испании. Потому что я хочу сделать ее крутые отряды пехоты. Посмотрите, как они будут себя вести. Казармы построены, место госпиталя построены, шикарно. Кастилья, да? Кастилья, как я же понимаю, это у нас Испания, да? Столица Испании вроде. Торговое отделение. Издательство, инфраструктуру.
Будет очень печально, если сейчас Испанию заберет Британия. Причем заберет просто так. Без единого выстрела. Склады построены. Местные госпитали построены. Ну, в принципе, не расстраиваюсь. Хорошо, что они построены. Что у нас тут? Значит, получится три командира. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, три командира по 5, 15. Можно, в общем, еще немножко здесь. Но мы, если что, возьмем польских хлопцев. Вот этих, сколько их? Четыре отряда. Ну, еще хотя бы, еще два отряда. Польских уланов. Без учета вот этого хлопца, который тут сидит. Это мы сможем забить только три корабля. Ну да. И даже не три, а два. Два фрегата. Даже не два, а полтора. Чем мало армии, надо больше. Надо больше лупить. Больше и больше. А кто тут? Надо кститься, мне кажется. Ну, конечно, мне что-то не хватает. Ну, конечно, мне не хватает золота. Такая великая, большая страна, не хватает золота. Кренюшки. Можем немножко подождать, и золото будет. А на самом деле, просто у меня сейчас идет стройка века, вы же видите. Не хватает на отличное современное предисследование. Шикарно. Это не следует прикатывать через предварителю, еще об этом иностранной этой системе позволит увеличить торговую прибыль на 50%. Шикарно. Я считаю, это шикарно. Так, далее. Завершаем ход и ждем, в принципе. Тут у меня вообще так плоховастенько по деньгам стало. Кстати, миссия. 5000 золота надо. 5000 золота, у меня будет супер-пупер исследование. Что-то я не покинул стройку века. Кстати, хорошо, так сейчас очки исследования идут. Относительно быстро закрываются. Франция, Испания, Британия дают мне деньги, 37 тысяч, почему бы и нет, мне сейчас они пригодятся. Все, теперь могу выполнить миссию. Будет чуть раза быстрее собрать. Да, собрать. Опа, пам-пам-пам-пам, мы получили вознаграждение за выполнение кольца создания нашей империи, увеличивается в 3 раза на ближайшие 24 года. И это, ребятки, означает, что... Сейчас мы будем исследовать все. Заново построили гемонию пимон. Так.
протекционизм исследовано. Далее. Позволяет строить линейные корабли, требуется военный порт. Эту штуку хочу теперь. Кстати, отряды, корабли, ничего пока нового не появилось, нам для этого нужно построить на здание, мне кажется. На вот торговая вещь. О, на ней мы сможем всякие штуки другие строить. Давайте попробуем. Столицы сначала, конечно же, построим. Чтобы страну региона Кастилия. Современные госпитали построены в Ингдане. Пограничные эти. Меня так отсюда откинуло, я подумал, что Португалия перешла в чье-то подчинение. Показалось. Еще пару ходов, и мы сможем начать строить военные порты. Военная гавань построена в Пьемонте. Хорошо. Так, а вы, наверное, знаете, что делаете? Вы выплываете, все равно вы мне уже нахрен не нужны, потому что я сейчас буду заряжать вот других пацанов. Ловите уже в сторону Британии. Будем занимать акваторию вот вокруг нее. Кстати, послали хлопцев на мясо. Современное есть. Тайные верфи позволяют получать 50% прибыли от заблокированных противником морских торговых путей. Позволяют увеличить обзор и видеть из порта все акватории, прилегающие к тем. Маяк Форнеля. На пень, короче. Мечает время ассимиляции завоевания страны на 30%. Это вообще извини. Чик. Чик. Давайте, пацаны, все туда. Наведем шороху, помашем костяшками. Так, торговая построена. Что мы? Расскажите мне, пожалуйста, покажите, что я могу строить. Вот, смотрите, какие есть. Урка. В натуре урка. Позволяет создавать морские торговые пути с коэффициентом прибыли 100%. 66%, 33%. Хочу урку. Урку хочу. Две урки. Ну, вот так вот, ребятушки. Урка все решает. Военную верфь сразу в столице строим. Конюшни строим в регионе Пьемонт. Пьемонт безумно. Отряды. Давайте парочку польских хлопцев мне. Готова инфраструктура построена в регионе Кастилия. Субсидированные фермы построены, шикарно. Тайная полиция исследована. Далее. Ящики сопротивления позволяют освободить нейтральную страну, аннексированную другой империей, с которой мы должны быть в мире. Подняв армию... Ладно, подождите. Мирная цена ведьмак увеличивает ревность внутреннюю таможню. Один, короче, вот это сейчас, чтобы трюку. Может быть, попытаемся хотя бы Испанию мирным трудом забрать. Ходы проходят уже очень быстро. Да, вот, торговое учреждение, культурный центр. Военная верфь построена. Так, нам теперь интересует.
Вот, вернее, видно корабль. Тихоходный, но обладающий большой мощью корабль. Давайте. Пару линейных кораблей построим. Так, срок закончился. Пустили на воду другой корабль класса Урка. Хорошо. Подрывную деятельность. Есть. Биржа ценных бумаг увеличивает прибыльность внутренней торговли на 100%. Хорошо. То, что доктор прописал. Так, давайте, короче, все эти шлюпки тоже бестолковые, которые мне тут остались живых, кидаем туда. Сейчас где там мой Каган? Уркаган, уркаганище. Ты кто? Ты урка? Урка. Урка. Урочка. Вот так вот давай, урка. Ну вот этот миникмен, блять. Куча вариков, куда можно кидать. 186 копейжан дает вот этот ринг. А если мы его кинем сюда? Можем тебя сюда кинуть? Урка. А это мне дает 53. Урка вообще пропал. Урка. Урка, урка. Короче, еще надо вот сюда, можно будет кинуть, да, там, сюда. Еще пускай урки еще строятся. Для капитана считает, что принят подходящий момент, не предлагает им заключить оборонительный союз. Хорошо. Согласен, Британия. На оборотились. Кстати, у нас уже еды хоть жопой жуй. А помните, в далеких-далеких видео у меня была очень большая просадка. По идее, я страдал. Я просил о помощи всякие недодержавы, которые себя ничего не представляли. Мне нужна была их мне помощь, потому что мои люди просто умирали с голоду. Но эти времена закончились теперь, как бы, да, и что мы сможем накормить того, вот этого, еще того парня. Как бы всех хватит. Мы же не Красный Крест. Всех кормить. Мы будем только всех нагибать, да и все. Завершаем. Так, в очередь. Костили совершенно хорошо. Здание. Торговое представительство. Торговое представительство. Что делать? Так, опять же, через один порт нету смысла сейчас гнать. Все это будет очень долго ждать. Надо еще порт в Восточной Пруссии, наверное, подключить к производству кораблей нормальных. И в Финляндии. О, корабль Всеволод был спущен. Вот он, красавец. Вот. Два места здесь есть как раз. Так, давайте. Восточная Пруссия, значит. Торговая верфь. Что тут, военной нету? Военный порт сначала. Потом маяк. Потом мотак, потом хуяк. Смотрите. 79-268, 79-714, 79-591. Ну, конечно, блядь, еда подводит 99, ладно. Значит, это же будет переизбыток. В прямом смысле можно будет хоть жопу жевать. Профсоюзы. Ну, это нормальная тема. Вот я, знаете, в жизни, как бы, реально в профсоюзе состою, нормальная тема. Почти. Надо Норвегия, давайте. Финляндия. Швеция. Финляндия. Финляндия нету порта. Норвегия есть. Так вот. Знаете, как в три порта, в три стручка, как бы будем, если что.
лупить боевые корабли. Я усею просто этими кораблями всю Британию вокруг. Чтобы какая-то фаршивая королева не пробежала. В панике. Полицейскую сейчас построим. Торговый корабль класса Урка. Мурка. Ты мой муреночек. Я еще не поставил. Еще раз. Та ты шо. Там еще строить и строить. И вот тут нифига не задействован. Короче, это надо. Я очень пропустил этот момент. Я обязательно, ребята, исправлюсь в следующем прохождении, если оно будет. Надо будет прям вот плотно заняться торговлей внешней, морской. Испания 50%. Испания. Что тут у тебя еще можно строить? Торговое представительство строится. Пускай строится. Плюс один. Восточная Пруссия. Так, еще один кораблик спустился. Давайте, пацаны, наверное, шуруйте, короче. Да уже. Так, урку застроили, не помню. Линейная строится, а вот урка. Побольше урок, чтобы наделать с Британию шкурок. Испания 51, ну, то есть это, грубо говоря, сейчас будет 51, не будет. Видите, Испания что-то не захотела. Испания что-то не захотела быть больше, а давайте улучшим отношения. Ага, лучше государством Испании. На тебе 20 тысяч. Отношения улучшились. Аж на 8. За 20 тысяч. Я надеюсь, я эти 20 тысяч быстро получу. Посмотрим. Мне просто они интересны как объект этих стрелков или ополчения, как называется. Принцип исследования. Профсоюзы. Ну, как бы даже если вдруг так получится, что я... Не получится у меня, точнее, их мирно забрать, их заберет кто-то другой, тогда просто их выкуплю. Куплю. Как скот. Как собак. Просто куплю их и все. Маяк Восточной Пруссии построен, только не забываем, мы подвигаемся дальше. Ну ты кто здесь? Фрегат. Ты знаешь, что с тобой сделает мой линкорный корабль линейный? Просто порвет на части твоих ребят. Джордж. Или как там тебя? Елизавета? Что? Как бы не смей играть с войной, здесь другие ребята. Его представление в Кастилии построено. Прибыли с третьего уровня. Хорошо. Корабль нашего флота счастливый. Давай, счастливый. Давай, отправляйся, братуха, давай. Броня крепкая, танки наши быстрые. Так, хочу повысить эти жители. Улучшить отношения. Давай тебе двадцаточку еще. Братуха. Мир, дружба, жвачка. 69. Надо бы во Франции тот кусочек территории купить, чтобы я по нему мог проходить. Потому что если они захотят мне его, ребят, продать, я его просто отберу. Мне надо, чтобы был большой, как бы широкий. Моих воинов харя как бы жирная, большая, потому что они откормлены. Они не пройдут по узенькому коридору. Урка готов. Урка.
Завершить. Испания. Согласен, согласен, братуха. Деньги мы вернулись обратно. Ты хочешь право на проход, пожалуйста. Бери, конечно, не стесняйся. Все. Нормализовалось. Мы предоставили на 8 ходов. Согласен. Завершаем пока ходик. Ждем, ждем. Так, надо сейчас будет. Это знать, вот здесь еще, наверное, в зданиях построить здесь. Так вот, вот так вот, торговую дверь. Летнюю конюшню давайте. В Египте все заброшено. Кстати, Британик, ты не хочешь ли мне Триполи отдать? Бо. Хорошо. Ну, а тебе 35 000. В принципе, ты мне эти 20 000 дал и добавил свои 15, я дал тебе. Ради бога. В золоте пока не нуждаюсь. А вот в куске земли и элитной пехоте, это уже интересно. Торговая верфь Пруссии. Новое украшение металл. Такое русское название, типичное для флота России. Давайте передвигать сюда. Фрегат. Ну, фрегаты вы ничего не сделаете против. Я просто ставлю большие ставки на свои линейные корабли. То, что они справятся, если что, с любой угрозой на море. Но других кораблей уже нету. Круче. Или есть? Пишите в комментариях, ребят, есть или нет. Так, в Норвегии. Что там я построил в Норвегии? Вот так вот интересует. Как-то меня интересует. Скоро урка еще должен появиться. Испания предлагает нам 10 тысяч. Да, конечно. Ходи, пожалуйста. Уже, в принципе, 80, 81. Мы уже почти можем захватить. Урка, готов. Уркаган. Так, дух, отправляйся вот сюда, на бали. Дальнички. Вот так. Вот этот надо сейчас еще задействовать. Следующий урка, который появится. Обязательно сделаем. Испания 84 уже. Вот-вот, просто нашего же. Здание. Дай прикольная штука, ячейка сопротивления. Ну, блядь, стоит, конечно, ладно. Деньги есть. Деньги есть, гуляем, пацаны. Пацаны, пацанчики, гуляем. У нас денежка есть, значит, улучшить отношения. 35. Я хочу все деньги на тебя потратить. Бесстыжие. Бесстыжие. 92%. Ну все. 5-6 ходов, и они мирно соединяться. В смысле? В смысле, вы, блядь, серьезно? Блядь, гребаная Испания, я всадил в тебя 100 тысяч. Я всадил тебя в 100 тысяч, блядь, и ты пошла, блядь, под Францию. Блядь, охуеть просто. Просто, блядь, охуеть. Я, блядь, я хуй его знаю, как это работает, ребят. Просто, блядь, я в шоке. Ладно. Мы заберем ее силой. Мы не будем покупать, мы заберем мою силу. С вами был Росси, это был канал Ролик Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки. Спасибо за просмотр. Всем пока и до скорых встреч.